большой привет! Добро пожаловать на мой канал. 100 лет меня уже не было на YouTube, я уже, наверное, разучилась разговаривать на камеру. И, в общем-то, причина, по которой меня не было, это то, что у меня сломался объектив, при котором было отличное качество. И, в общем-то, на его ремонт ушло достаточно много времени, как вы видите. И это видео я хочу снять о моих фаворитах июня, то есть прошлого месяца. Я, конечно, все понимаю, что июнь прошел давно, уже почти середина июля, но все-таки такие видео набирают больше популярности. Я сама люблю такие видео, сама смотрю их часто. И что, давайте начнем. Первым моим июньским фаворитом стала вот эта вот помада от NYX. Называется она Chunky Dunk. Она у меня в номере 02 Peach Fusion. Она мне очень нравится. Она не придает особый какой-то цвет губам. Это так слегка делает их, что ли, ну, цвет персика. Название само за себя говорит. И визуально делает их тухлее, что ли. Ну, в общем, мне нравится помада. Она увлажняет, не сушит губы, так как идет она с увлажнением, я вам сказала. И давайте дальше. Следующим моим фаворитом стали вот эти вот духи от Escada. Название я напишу внизу, так как из этого названия я могу прочитать лишь одно слово. Summer. А все остальное я прочитать не смогу, так как слово достаточно тяжелое. Ну, в общем, я напишу внизу, как я уже сказала. Следующим моим косметическим фаворитом стала вот такая вот тушь для бровей, фиксатор. Летом я особо не крашу брови карандашом, так как, ну, я как бы краской крашу, все нормально. Краска у меня от Estée, но она мне, сказать так, не особо нравится, потому что она быстро стирается с кожи. Ну так вот, для того, чтобы мои брови не разгулялись в течение дня туда-сюда, я решила использовать вот этот вот фиксатор, и он замечательно справляется со своей работой. Даже несмотря на то, что у него такая маленькая цена, он стоит в районе рублей 100, наверное, 140, где-то так. И моим фаворитом стала обувь, которую я заказала с сайта La Moda. Или La Moda, правильно. В общем, это такие обалденные блестящие шлепки. Я скоро поеду в отпуск и возьму их с собой. Они обалденно блестят на солнце, я не знаю, как показать. Вот, они обалденно блестят на солнце, потому что они покрыты блестками, все полностью блестки не отваливаются. Но единственный их минус в том, что ходить в них достаточно тяжело, так как они слетают с ноги. Это все, скорее всего, зависит от того, что моя нога достаточно узкая, и они сведены более на широкую ногу. Следующим фаворитом стали очки. Вот такие вот очки под розовое золото фирмы Donna. Мне нравится их форма, она вроде бы достаточно обычная, но в то же время какая-то такая стильная. Дальше я начну с фаворитов одежды, и под руку мне попадается вот такая вот, совсем обычная футболка белая, базовая. Она прозрачная, но если одеть белый бюстгальтер под эту футболку, то все будет даже очень ничего, все приличненько. Так что она мне нравится, сделана из хлопка. В общем, сделана как разлетайка, и в ней благодаря этому мне жарко. Далее я покажу шорты. Вот такие вот шорты на завышенной талии. Я очень люблю завышенную талию, так как она комфортнее всего для меня. То есть в течение дня не надо ничего подтягивать. То, что спустилось прям до того, что аж пятая точка видна, то вы меня поняли. Ну, в общем, суперская вещь. Купила я Glory Jeans. Никогда бы, если честно, не зашла бы в этот магазин. Но меня уговорила мама зайти посмотреть шорты там. И, в общем-то, хорошо зашла. Дальше идет футболка из разряда магазинов, в которые я бы тоже никогда не зашла. Это магазин Твое. И вот такая вот прекрасная футболка с зайчиком. Она мне очень нравится. По качеству она сделана из хлопка, так как в Твое все делается, я думаю, тогда из хлопка. И она тоже очень легкая, укороченная,
как раз к моим шортам завышенной талии. И, в общем-то, мне все нравится. Тоже синяя футболка. Она идет со спущенными плечами. Вот такая вот. Тоже сделана из хлопка. Она у меня мятая, правда. Вот, купила я ее в магазине Мохито, по-моему, да. И, в общем-то, тоже мне нравится. Мне не жарко, она тоже укороченная. Все супер. Дальше. Опять я говорю слово дальше. Сколько раз я его сказала, напишите в комментариях, если считали. Вот так вот. Вот такая вот блузка-разлетайка. Мне не жарко. Она отличная, подойдет на такую ветреную, может быть. Хотя зачем разлетайка на ветреную погоду? Ну, в общем, мне не жарко, можно ходить даже градусов так 25. Мне ее очень хорошо, она тоже со спуском на плечи. Так как сейчас модно носить такие вещи, которые спускаются сюда. Вот. Еще одним моим фаворитом стало вот это платье, которое сейчас на мне. Я не знаю, как его показать. Доходит оно где-то до щиколотки, как раз для меня, так как у меня на ноге татуировка и порой хочется ее скрыть. В общем, это уже совсем другая история, давайте начнем. Платье супер, тоже сделано из хлопка, не жарко, я всем советую. И оно из... Я жестикулирую руками тут. И оно из магазина «Концентра». Еще мне понравилась вот такая вот футболка со шнуровкой из магазина H&M. Я заказывала ее через интернет, и если, ну, в моем городе нету магазина H&M, кстати, что очень жалко, H&M возьмите на заметку, что этот магазин нужен в моем городе. Ну так вот, эта футболка сделана из хлопка. Я немножечко, может быть, ошиблась с размером. Я взяла XS, мне подошла, скорее всего, S-ка. И, в принципе, она облегает все тело, она короткая, то есть чуть выше пупка. Эти завязочки фиксируются, если что, если надо. Ну, в принципе, я ее ношу, мне все устраивает. Была бы, конечно, чуть-чуть посвободнее. И так, в общем, все супер. Поэтому, я думаю, все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте мне пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Всем спасибо, всем пока.